zozaj, mame zozaj, mame svoj der ganze Welt. Skale, 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 zozaj, niedische Kale. Свято Ханука, свято перемоги, добра над злом, світле свято злагоди і радості. Два тижні єврейські родини запалювали ханукальні свічки, які не тільки сповіщали про радість, що приходить в кожну єврейську сім'ю, а й про вічну істину перемоги добра. Історія цього свята нараховує багато століть. Саме про це повідав нам головний равен Чернівецького регіону Ноях Кофманський. Прийшла на вулицю зима, а в місті з ній і місяць Кислів. 25 числа місяця Кислів ми, євреї всього міра, відмічаємо то чудо, яке совершив Всевишній для єврейського народу в ці дні, в ті времена. Яке чудо ж він совершив? Во времена Антиоха, когда был разрушен храм и шел разговор о уничтожении еврейского народа как народ не физического, а духовного и морального уничтожения, поднялся народ во главе с раввином Коэном Гадоль против хорошо вооруженной армии, которую возглавлял профессиональный военачальник. И вот Всевышний показал, что побеждает не тот, кто хорошо вооружен и обучен, а тот, кому сегодня Всевышний даровал победу. И победили евреи во главе с раввином. Когда они вошли в храм, храм был разрушен, и для того, чтобы зажечь специальную ханукальную менору, необходимо было масло, которое было приготовлено определенным образом, очищенное и скреплено печатью Коэна. И вот когда евреи вошли в освобожденный храм, они увидели еще одно чудо, что сохранился единственный бочонок масла оливкового, который был приготовлен и скреплен печатью Коэна. И у них восстал вопрос, или зажигать мгновенно вот эту менору, или подождать, пока будет приготовлено еще одно масло. Для этого необходимо было 8 дней. Решили зажигать мгновенно, то есть осветить вот этот храм. И свершилось еще одно чудо. И тот бочонок масла, который должен был гореть один день, одни сутки, масло горело 8 суток. Ровно столько времени, сколько необходимо было для того, чтобы приготовить новое свежее масло. В чем аллегория здесь заключается? В любой ситуации всегда найдется хотя бы один, кто сможет повести за собой народ до тех пор, пока подрастет поколение тех, кто сможет пойти за ним и возглавить то, что необходимо в глазах Всевышнего. Вот это символ нашего праздника. Поэтому в эти дни мы зажигаем ханукальные свечи. Их всего 8. Зажигают их определенным образом. Их зажигают каждый вечер после захода солнца. Обычно возле окна, на территории, где евреи живут компактно, их зажигают обычно на улице перед входом в здание. Их зажигают каждый день по определенному обычаю. То есть первый день одну свечу, во второй день две, три и так далее. Восьмой день 8. То есть мы усиливаем силу света. Кроме всего прочего, есть так называемая служебная свеча, от которой зажигаются все ханукальные свечи. Если ханукальная свеча погасла, то этой служебной свечей можно зажечь ее еще раз. Если погасла служебная, то больше ничего делать с ханукальными свечами нельзя, даже если не погасли. В эти дни принято обычно употреблять пищу, в которой идет большое количество масла. То есть обычно делают, на Украине кажут, драники или лоткис, или их называют еще сувганьот на иврите, или пончики, в которых идет большое количество масла. Дети в эти дни играют в игру, тут на идыш называется дрейдл, на русском волчок, на иврите савивон. Дело в том, что в те дни запрещено было собираться большим количеством людей, евреям, для того, чтобы изучать Тору.
Мудрецы придумали вот эту вот игру для того, чтобы замаскировать свои действия по изучению обычаев и традиций еврейского народа. Ханука – это очень интересный, хороший, веселый праздник. Обычно принято давать побольше пожертвований бедным. Синагога и религиозная община, в которой мы сейчас находимся, ежедневно всем тем прихожанам, кто приходит на молитву, предоставляет горячий обед. Кроме того, выделяется какая-то благотворительная помощь в виде всевозможных, так сказать, поощрений. Ханукальные свечи у нас будут зажжены немножко позже. Здесь в синагоге стоит большая ханукия и красивые свечи. И в эти дни хочется пожелать всем евреям, и не только евреям, проживающим в нашей территории, благоразумия, здоровья и благополучия. Ибо если будет благоразумие, мы сможем определиться, как жить дальше и что делать дальше на нашей территории. Frühling, 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 Frühling. So sein Frieden, Frühling. Frühling, so sein, Frühling, so sein, Frühling, heut der ganze Welt. Повелося, що свято Ханки завжди відчувають діти, відчувають увагою, з якою до них ставляться дорослі, намагаючись все зробити для того, щоб кожна дитина відчула радість від світлого свята Ханки. Цього разу до єврейської групи «Хеверім» завітали разом з членами єврейської общини і благодійного фонду «Хеса Чушана» і ветерани Великої Вітчизняної. І як добре, що усіх дорослих, які прийшли в дитячий садок,
голова Чернівецької обласної єврейської общини Лев Ісаєвич Клейман, директор благодійного єврейського фонду Хеса Шушана Леонід Фукс, член правління общини Борис Лободянський, ветерани війни у всіх, знайшовши час на теплі слова і, звичайно, на подарунки для дітей.